Кандидат в депутаты Мажилиса парламента Республики Казахстан Еркебулан Мамбетов посетил Петропавловский хлебобулочный комбинат. Речь шла о предстоящих выборах. В закон о выборах внесены изменения. Если раньше мы приходили и голосовали только по партийным спискам, сейчас уже вот на районном уровне, вот в сельских районах и в городе Петропавловске, вот городской маслихат, выбирается по одномандатным округам. То есть не по партийным спискам. В бюллетне будут конкретные фамилии. Вопросов от работников кандидату не поступило. В свою очередь Еркебулан Мамбетов пояснил, с какими трудностями сталкиваются хлебобулочные предприятия Казахстана. Они, являясь переработчиками нашего сырья, напрямую привязаны к развитию. Здесь немножко есть конфликт интересов, когда цена на зерно высокая, невыгодна переработчикам. И здесь вот необходимо находить компромисс, чтобы было оптимально. Сегодняшняя вот очень серьезная ситуация по поставкам российского зерна дешевого из-за курса. Пути решения этого вопроса есть, говорит кандидат. В сутки Петропавловский хлебобулочный комбинат изготавливает порядка 20 тонн продукции. Всего здесь работают порядка 400 человек. Для них здесь создают все комфортные условия труда. Средняя заработная плата 160-180 тысяч тенге. Алишер Ашимов, Казбек Рыкбаев, МТРК.